Электропоезд «Иволга-4.0» производства Тверского вагоностроительного завода, который работает в составе «Трансмашхолдинга», стал частью экспозиции «Станция Манеж. Московский транспорт 2030». Выставка проходит в рамках масштабного форума фестиваля «Территория будущего. Москва-2030». Временным депо для «Иволги-4.0» служит воздушная конструкция перед центральным выставочным залом «Манеж», где рядом с главным вагоном электропоезда расположен новейший вагон метро «Москва-2024». Оба продукты группы компании «Трансмашхолдинг». Для посетителей выставки, которые пользуются услугами московских центральных диаметров, «Иволга-4.0» уже не в новинку. Я вообще впечатлен, столько тут нагрохали всего, это вообще... Мы были тут, когда экспозиция «Россия», там эти всякие были. И вот это вот обалденно. Там мы в таких каждый день ездим. Гости Москвы им там в диковинку, а нам уже как-то... Мне очень понравилось. Мне нравится вообще вся выставка, она очень красивая. Тут показаны разные транспорты. Я уже катался на многих из них. Мне все очень нравится, тут очень хорошо. Приходите, смотрите. Электропоезд «Иволга-4.0» на 97% изготовлен из комплектующих отечественного производства. В этом году поставлено 10 составов, которые перевозят пассажиров с мая. Поскольку каждая модификация «Иволги» отличается техническими характеристиками, она более совершенна, чем ее предшественники. «Иволга-4.0» – это электропоезд, который двигается со скоростью 160 км в час и при этом обладает высокими техническими характеристиками и комфортом. С точки зрения удобства пассажиров, в «Иволге-4.0» самое примечательное – это наличие трех дверей в промежуточных вагонах. Это ускоряет посадку и высадку. У посетителей выставки есть уникальная возможность заглянуть в кабину машиниста поезда «Иволга-4.0», сделать фотографии на память и попробовать себя, например, в новой профессии. А также увидеть все детали пульта управления. Внутри самого выставочного зала оценить инсталляцию и совершить виртуальную поездку на «Иволге». Я видел, ездил на некоторых, но все комфортно, удобно, мне нравится. Комфортно, прекрасные сиденья новые. Тверской вагоностроительный завод вносит огромный вклад в развитие центрального транспортного узла. Согласно программе, в ближайшем будущем электропоезда свяжут столицу России с 11 регионами, в том числе городами Тверской области. Нам действительно очень важно и интересно именно в ту сторону. Там на Дальний Восток ведут эту ветку тоже. На выставке более 20 интерактивных локаций, посвященных истории, сегодняшнему дню и будущему развития транспортной инфраструктуры Москвы. Посетить экспозицию можно до 8 сентября. Вход свободный.